Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова. Трудно вместить всю радость сегодняшнего праздника, но душа наша ликует, сердце трепещет, и верою мы знаем, что Господь пришел в мир, что Господь воплотился, пришла любовь Божия, и теперь Господь посреди нас, и Царство Божие приблизилось. Господь воплотился, Господь родился на земле, и пришла любовь Божия такая хрупкая, беззащитная в лице богомладенца Христа. И это не просто вызывает умиление, это вызывает очень сложные, глубокие и духовные чувства. Потому что речь идет о том, что Божья любовь не эмоция. Божья любовь – это не какие-то человеческие переживания. Это сам воплотившийся Христос, который пришел в мир. И в этом есть тайна Божьей любви. В том, что Господь посреди нас. В том, что сегодняшний праздник – таинственно призывает нас к тому, чтобы мы с вами откликнулись на Божью любовь. Чтобы мы откликнулись на эту любовь ответной любовью, своей благодарностью. Чтобы мы выбрали свет, в конце концов. Чтобы мы шли к свету, к свету Божьей любви. Чтобы мы научились радоваться, а не унывать чтобы мы научились благодарить, а не осуждать, чтобы мы научились быть в мире а не во вражде и ни на обижаться. И вот так важно полноту сегодняшнего праздника, тайну его, радость его донести до наших родных и близких, поделиться ею. Есть такое свойство радости, когда мы делимся ею, когда не пытаемся жить для себя, тогда она приумножается. Мы еще делимся, а она еще больше приумножается. Желаю этот год, который наступил, вспоминая все трудности прошедшего года, все же с благодарностью Богу прожить во Христе. Желаю, чтобы радость наша была не омрачена ничем, чтобы она была не от мира сего, чтобы мы пронесли ее для спасения нашей души и в помощь нашим родным, близким, всех, кто нас окружает. Всем желаю доброго здравия, желаю Мира в семьях. Желаю всякого душевного, духовного прежде всего благополучия и помощи Божией во всех делах. Еще раз праздником. Спаси всех Христос.